Доброе утро всем. Так, я вот хочу сегодня вот эти гладиолусы буду распаковывать, очищать их от чешуек. Вот, покажу вам все это и сложу в коробочку. Вот в коробочке это мои прошлогодние гладиолусы. К сожалению, гладиолусов будет немного моих, вот только такие вот клубни-луковицы. Вот. Будут цвести. Вот эти все маленькие детки уже цвести не будут. Ну, вот этот еще зацветет. Вот этот зацветет обязательно. Вот этот уже может зацвести, но не факт. То есть, а это все детки. Дело в том, что я в прошлом году все гладиолусы раздала. Поэтому очень-очень мало себе оставила. Ну, ничего, опять разведем. А так у меня их было более 200 штук. Вот. Вот моя рабочая поверхность. Тут у меня все, и машинка швейная. Вот шоколадку мне вчера подарили за цветочек. Я цветок, не шоколадку. Тут семена стоят. Вот вся моя рабочая поверхность. Вот фитоспорин прикупила. Это мой кончился уже. Вот. Ну что, начнем. Гладиолус. Сейчас, секундочку. Так вот, гладиолус Blue Isle. Вот, мы разрезаем пакетик. Так, тут три луковички. Три луковички. Вот. Моя задача сейчас вот эти все луковички очистить. Очень аккуратненько, чтобы не повредить росточек, который там может уже появиться. Вот. Чтобы они уже начинали просыпаться. Вот видите, донс такой. Вон корешочки уже появляются. Набухли корешочки, хотя я храню в холодильнике. Вот. И вон росточек, смотрите. Вот росточек уже вылез. Вот. Аккуратненько чешуйки отделяем. И вот он росточек. Вот. Так, я их сложу опять же в этот пакетик, чтобы сорт не потерять. Что-то тут много пакетиков. Очень. Так, это гладиолус крупноцветковый. Blue Isle. Стоит он 89,90 рублей. Растение высотой приблизительно 80-110 грамм. Сантиметров, извините. Отвлеклась на музыку, чтобы потише сделать. Так. Стебли необходимо подвязывать. Ну да, я всегда подвязываю, потому что они заваливаются при малейшем ветре. Вот, сажают их на глубину трех луковичек. То есть, вот луковичка. Вот три луковички. Раз, два, три. То есть, вот на такой глубину их надо заглублять, как при посадке. Ну и продолжу очищать свои луковички. Гладиолус еще называют шпажник или шпага. Но в переводе с латинского означает шпага. И действительно, его цветоносы стремятся вверх. Он как шпага выглядит. Вот. Клубеньки должны быть от 2,5 до 4 сантиметров для того, чтобы они хорошо цвели. Ну, не были, чтобы цветочки появлялись. Вот именно, чтобы эта шпажка появилась и цветок цвел полноценно. Вот луковички все хорошие. Так, вот так я сложила в пакетик. И описание вместе с цветочками, с луковичками. Так, срезаем. Это у нас гладиолус Vine and Rose. This.
тоже по 3 штуки. Вот. Сейчас мы движем. Так. Вот. Тут тоже хорошие луковички. Луковички все здоровые. Надо смотреть, чтобы не было никаких повреждений механических. Вот. Если есть какие-то повреждения, то их можно обрезать до здорового, как бы сказать, до здорового тела и обработать зеленочкой. Вот, тоже хороший, тоже росточек показался. Так. Следующая луковичка. Высота у гладиолусов может достигать полметра и до полутора, от полуметра до полутора метров. То есть сортов очень много, все они разные. Тут что-то такое, это, видимо, старый клубенечек плохо оборвали. Тоже хороший росточек. Вот вместо этой луковички, которую я посажу в землю, эта луковичка умрет. А образуется вот здесь на донце замещающая луковичка. Вот. И вот она уже останется на следующий год. Тоже я соберу их в такой же чешуйке. И в чешуйке оставлю до весны. А весной также следующий почищу. Вот опять росточек хороший, видите? Отличный росточек, и донце хорошее. Тут какое-то было повреждение, но оно все зарубцевалось. Так. Это у нас что? Это Vine and Rose. Так. Ну, тоже аккуратненько. Аккуратненько вставляем. Такой красивый будет цветок. Вкладываем сюда луковички, чтобы там было комфортненько. И также в коробочку. Потом я их так и посажу по сортам. Вот еще какой у меня красивый гладиолус. Принцесса Маргарет Роуз. Вот, открываем ее. Пакетик был побольше, мы просто его так отрежем. Так. Сюда в пакетик мы кладем вот бумажку с названием сорта. Так. И очищаем также. Вот. Тут луковичка другого цвета, беленькая прям. Вот аккуратненько вот эту шапочку снимаем. Отлично. Все снялось. Вот. Это мне сын купил гладиолусы в магазине. Пятерочка. Спасибо ему огромное. Он знает, что мама цветанутая на всех этих гладиолусах, георгинчиках, цветочках разных. Вот. Ой, а здесь какой хороший росточек. Прям вообще замечательный. И корешочки. Прям классные. Извините, у меня тут все падает. Вот корешочки. Видите, беленькие. Вот они. Вот так видно. И росточек уже большой. Все уже просыпается. Так, следующий. Отлично. Вот. Кто смотрит меня, не забывайте подписываться, ставить лайки. Вам не сложно, а мне приятно. Да и стимул снимать новые видео появится.
Кот мой пришел ко мне, да, Филюнь? Тоже хороший росточек. Так, кладем аккуратненько. Пакетики все складываем в эту коробочку. Ну, чтоб сильно не, они не прикасались. Вот так вот. Так, ну и вот такой вот гладиолус, тоже очень красивый. Присцилла. Такой у меня уже был гладиолус, но так как я все, повторяюсь, раздала либо продала, то, соответственно, у меня их сейчас нету. Вот здесь большой какой пакетик, прям хороший такой. Так. Заветнем вот так вот, чтобы он не был таким длинным. Вот эти пакетики можно оставить для того, чтобы луковички осенью в него же и сложить. Потому что они уже с перфорацией, с дырочками. Вот. И храню я их в подвале. До определенного момента. Ну, высушиваю, конечно же. Мою, высушиваю. Складываю аккуратно. И в подвал. Храню где-то до февраля месяца в подвале. Потом постепенно достаю. Привожу домой и в холодильник. Но это когда маленькое количество. Когда большое количество, конечно же, раскладываю в гараже. Ой, здесь какой росточек большой уже, совсем большой. И вот еще росточек. Вот росточек будет. Вот. Но главное, видимо, этот. И тоже корешочки набухли. Да, набухли корешочки. Так, следующий. Следующий цветочек. Так, вот. Здесь даже с бочка идет. И вот росточек. Хороший тоже росточек. Корешочки большие уже. Вот. То есть сейчас, если поставить в землю, то пойдет в рост. У меня как-то один раз так было. То ли тепло слишком было, это года два назад. То ли влажность повысилась в подвале. Они у меня все проросли. И мне пришлось их аккуратно чистить, доставать и все-все сажать в ящики с грунтом. Ну и высаживала я их уже с ростками сантиметров по 5. Ничего, все цвели, все росли. Вот. Вот такой вот. Небольшой тут. Вот тоже росточек какой хороший. Вот. А корни вообще большие. Смотрите, какие большие. Вот. Вот сфокусировалась камера. Вот видно вот так вот. Ну вот. Все гладиолусы я перебрала. Поставлю их опять в холодильник. И будем ждать тепла, высаживать уже в огород. Сначала я их отвезу в теплицу, они у меня там пустятся в рост, позеленеют, наберут все свойства свои полезные от солнышка. Ну и в землю их посажу. Спасибо за просмотр. Вот сколько шелухи у меня осталось. Вот. Смотрите мои другие видео. Скоро будет новый обзор семян, которые я хочу посеять в апреле. И в грунт в мае. Ну, майский еще рано обзор делать, а вот апрельский уже покажу. Всего доброго. Снимать вам киску, которая мне все время на протяжении всей съемки помогала. Да, малыш? Ты помогал? Ты помогал? Филечка. Филечка мне помогал. Как ты помогал? Ну, как ты помогал, малыша? Ну, как ты помогал? Помогал, помощник такой. Помощник такой. Такой помощник у меня. Такой помощник. Такой помощник. Сегодня на подоконнике гладиолус у меня подрыл немножко, хотя до этого никогда этого не делал. Ну, я его простила. Поругала, конечно, но простила. Что ж делаешь? Да, малыш? А, малыш? Малыша, малыша, ты красавчик.
Красавчик. Филюнь. Филюнь. Филюня. Филюня. Очень нежный кот. Очень прям. С рук бы, наверное, не слазил. Скоро на дачу поедет. На дачу скоро поедет. На дачу. Да.